Всем привет! Сегодня 20 февраля, Московская область. Высеваю чернушку, лук выращиваю в однолетней культуре через рассаду. В этом году у меня два вида лука. Это стурон, израильская линия, и ксибиша, Голландия. Стурон посеяла, семена лука я всегда замачиваю. Вот 15 февраля я стурон замочила, 17 я их уже посеяла в плошку, накрыла клеенкой и убрала в теплое место до всходов. Но сегодня буду сеять эксибишн. Для выращивания лука через рассаду я использую пластиковые черные контейнеры. Глубина его около 12 сантиметров, длина около 35 сантиметров. Это отличная емкость для выращивания лука. Обязательно здесь есть дренажное отверстие, потому что лук расти здесь будет долго, до самой высадки в открытый грунт, а это май месяц. Почвосмесь здесь я использую свою, я ее готовлю с осени, и хранится эта земля у меня в теплице. Так как в этом году в Московской области всего лишь 3 дня был мороз, это минус 15, минус 16 в деревне, земля очень плохо промерзла, поэтому, когда я засыпала почвосмесь в эту емкость, я пролила водой, в которой растворила глиокладин. Так, на всякий случай, это было 6 дней назад, и накрыла пленкой, все. Теперь вот перед посевом. Земля у меня была влажная, значит, разровняла всю поверхность. У меня есть вот такой инструмент, очень хорошо делать бороздки им. Она как раз ее уплотняет и очень аккуратно делает. Бороздки я делаю вертикально, то есть вот так. Почему? Потому что лук я не сею в разброс, а именно делаю ровненькие-ровненькие борозды. Потом очень удобно. Во-первых, вы сразу высеваете на расстоянии, а у лука ксибишина рассада мощнее, чем у обычного лука любого. Сразу на расстоянии, не надо прореживать, ничего потом вырывать, потому что лук может взойти, а может и не взойти. Поэтому это ценная культура в этой плошке. И также дальнейшее, когда лук уже взойдет, очень удобно ухаживать. То есть в междурядье постоянно я рыхлю, и полив у меня тоже в междурядье. То есть вот такой способ, это я считаю, что самый удачный. И так я прижимаю землю, глубина каждой канавки примерно сантиметр, может быть даже полтора. Ну так. Все. И я здесь еще эти бороздки пролила просто теплой водой. Так, лук я замочила. Где он у меня есть? Вот он. Этот лук я замочила вчера, получается, утром. Это было 19 число. А сегодня я уже 20 буду его высевать. Некоторые семена уже проклюнулись. Я не знаю, просто на камеру, наверное, не будет видно. В общем, здесь есть семена, которые уже в наклеве. Здесь у меня разные, потому что это фирмы разные, хочу их разделить. И здесь вот, я думаю, что видно, что семена некоторые уже прям хорошо так наклюнулись. Вот сегодня, как чуть больше суток, как я их замочила. Замачивала все очень просто. Взяла, разбавила в пол-литра HB101, 3 капли капнула и просто пролила эти спонжики ватные, все накрыла и поставила в тепленькое место. Все, больше я ничего не делала. Здесь у меня все готово, и сейчас самый творческий процесс начинается. Я беру каждое семя и кладу в эти борозды, уже пролитые, как я уже сказала. Аккуратно, расстояние примерно в 1 сантиметр. Не знаю, как в этом году будет всхожесть, хорошая или нет, но в прошлом году лук у меня неплохо взошел. Я никогда не пересеваю. Вот решила для себя так. Не будет сходить, значит, посею сколько взойдет. Потому что когда начинаешь постоянно пересевать, мне кажется, еще
хуже становится, начинаешь злиться, почему семена не всходят. Это только лишние нервы. Поэтому вот сколько взойдет, столько я и высажу лука. Видите, лучше сейчас один раз хорошо, красиво и удобно для дальнейшего выращивания разложить семена, чем сейчас брать и просто их здесь в рассыпную посеять. Очень неудобно так. А рядками, во-первых, так удобно прежде всего. Так эстетически очень красиво смотрится. Потому что растения тоже должны быть красиво посеяны. Не знаю, как у вас. Вы как думаете? Пишите. Все, я сейчас вас не буду отвлекать этим долгим процессом. Хотя, знаете, особо-то и здесь и недолго. Семена шелука не такие мелкие. Сейчас разложу и подключусь. Итак, семена я все разложила, они поместились в эту плошку. Сильно редко тоже не нужно высевать, потому что у лука нету стопроцентной всхожести, и чтобы не было у вас здесь проплешин. Ну и чистить тоже не нужно. Итак, редки, борозды я не буду проливать, потому что я их пролила перед посевом. И сейчас остается все самое легкое. Просто беру. И с этой грядки я землю засыпаю на семена. И здесь глубина заделки получается примерно в сантиметр, наверное, будет. Все это довольно-таки быстро делается. Семена я закрыла землей, сделала метку. Это, знаете, для своего любопытства хочу посмотреть, как взойдут семена от гавриш. Они пишут, что это тоже Голландия. И как взойдут семена от престиж. Вот в прошлом году я их сеяла. Замечательно была всхожесть, и рассада была хорошая, и по итогу лук тоже был хороший. Посмотрим, что будет в этом году. И сейчас, конечно, нужно слегка утрамбовать почву. Лук, по большей части, всегда всходит с чернушкой на кончике. Здесь ничего страшного нет, просто перед первой стрижкой, когда будет первая стрижка, это все убирается и все будет хорошо. Все, лук, в принципе, уже посеян. Сверху я ничем не поливаю, у меня здесь земля очень и очень влажная. Первый полив через распылитель у меня будет через 3-4 дня. И сейчас я просто накрываю прозрачной пленкой, можно непрозрачной, не знаю, какая у вас есть. Так, фиксирую, чтобы она не соприкасалась с землей, потому что будут первые всходы, и будет, если на земле лежать пленка, это не есть хорошо вообще. Все, чтобы, в общем, между землей и клеенкой было пространство. И в пленке я делаю небольшие отверстия. Так, теперь эти плошки я уберу в теплое место. И уже через неделю, независимо, будут здесь всходы или их не будет, я поставлю под лампы. И когда уже лук начнет так массово всходить, я сниму эти клеенки. Все. В принципе, в процессе посева лука ничего сложного нет. Здесь самое важное, если вам повезет с хорошими семенами, всхожими семенами, то у вас будет хороший урожай. Но если нет, то нет. У меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего и всем пока!